Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами сайтом. Называется «Море Ревс. Без вложений». Где мы можем на статусе «Фри» без вложений привлекать свой онлайн-бизнес партнеров. Это значит рефералов. Значит, смотрите, бесплатно. Море рефералов. Рефералы в любой проект бесплатно. Больше не нужно думать, где искать рефералов и тратить деньги на приглашение. Здесь можно нажать подробнее и ознакомиться. Быстрая раскрутка, новые контакты, отличный сервис, надежный суппорт. Ну, здесь как это работает, сами уже почитаете. Значит, почему выбирают нас? Так. Люди, которые вчера не могли пригласить ни одного реферала, сегодня становятся успешными рефоводами. Значит, все, хочу сказать, заметить, YouTube-блогеры в этом уже, на этом сайте. Все зашли. Конечно, я пройти мимо не смогла. Но уже более 12,5 тысяч пользователей, активных почти 4 тысячи. Ну и VIP-пользователей 282 человека. Ну и заработали уже более 98 тысяч рублей. Но мы на статусе фри. Я пока на статусе фри поработаю. Но со временем, конечно, я куплю VIP-статус. Значит, что нам дает статус фри? 0 рублей бесплатно. Мы будем зарабатывать поинты и на эти поинты размещать свою рекламу и тем самым привлекать в свой бизнес партнеров. Значит, но он нам дает 1 поинт за просмотр. Мы как в серфинге, как в боксу, будем просматривать рекламные ссылки. Значит, на статусе фри нельзя выводить деньги и нельзя продавать поинты. Так. Значит, здесь вот, ну вот это главная страничка о системе, VIP-статус, вопросы-ответы. И давайте перейдем к регистрации. Значит, вводим имя, email, логин, 2 раза пароль. Значит, ваш пригласитель. Разгадываем капчу и нажимаем регистрацию. Я поставлю на паузу и заполню все поля. Значит, я заполнила все поля. И что здесь у нас? Так. Регистрация. Так, предупреждение. Запрещено регистрировать несколько аккаунтов. Я нажимаю регистрация. Я попала сразу в кабинет. Значит. Ну что, это наша домашняя как бы главная страничка. Здесь заработок, вывод. Это купить вот статус фри у нас. И здесь купить статус VIP. Все делают друзья в режиме онлайн. Мой спонсор, ваш куратор, это администратор. Также можно все это ознакомиться. Значит, инструкция по сайту. Ага, меня перебросила, что инструкция по сайту. На видео, там видео. Ясно. Так, что у нас? Просмотр рекламы. Значит, мы должны просмотреть, вот сколько у нас рекламок. Видите, много. Давайте одну пройдем. Реклама от кураторов. Давайте просмотрим одну рекламку. Нажимаем «Просмотреть». Так, идет отсчет времени. Ждем. И что? Перейти на сайт можно или закрыть. Все. Я просмотрела. Так, вернусь на главную. Посмотрим, засчиталось мне или нет. Так. Что-то мне ничего не засчитало. Значит, я что-то сделала неправильно. Давайте перейдем обратно. Так.
Посмотреть. Идет отсчет времени. Ждем. Мне должен засчитаться один поинт, так как я на статусе free. Так. Перейти на сайт. Надо, наверное. Ага. Переходим на сайт. Приветствую всех, уважаемые подписчики. Далее что? Возвращаюсь. Ага. Нужно обязательно перейти на сайт, друзья. И стоит галочка. Теперь я возвращаюсь на главную страничку. И вот мой поинт. Видите? Один поинт. Значит, я поставлю на паузу и просмотрю всю рекламку. А потом продолжу уже видео. Ну и последняя рекламка. Перейти на сайт. И у меня вся рекламка просмотрена. Возвращаюсь я наверх. Нажимаю на домашнюю страничку. И у меня 29 поинтов. На эти 20 поинтов я могу разместить свою рекламку. Так? Так, моя реклама. И как мы будем здесь создавать? Пишем заголовок, описание, ссылка, показывать рефералам, да, показывать в ленте, да, и нажимаем создать. Опять я нажму на паузу и заполню все поля. Я заполнила все поля, и поинт вот у меня как бы так, создать объявление 110 поинтов, просматривать рекламку, чтобы зарабатывать поинты. Значит, нажимаю создать. И все, мое объявление. Вот я создала как бы место в ленте одно, а поднять здесь как бы, поднять объявление 110 поинтов, чтобы оно было на самом верху. Так, значит, просмотр рекламы. Я сейчас даже, интересно, есть мое объявление здесь или нет. Видите, я только что прошла, просмотрела всю рекламку, и у меня опять столько вот много рекламы. Вот. Ну, я не вижу. Возможно, что она как бы, мы сами свою рекламу и не просматриваем. Так, далее. Вот моя реклама. Редактировать. Так, это здесь у нас, друзья, биржа поинтов. Продавать, как я сказала, могут только VIP-пользователи. Так? Способ оплаты. Проект платит. Я очень много как бы просмотрела видео. И я видела, что уже люди выводили на VIP-статусе. Значит, смотрите. Это купить, это продать. Один поинт стоит 10 копеек. Так, например, вот у меня 9, ну что у меня 19. Так. Что у меня здесь нет? Ничего у меня здесь как бы. Ну, видите, люди ближе на продажу. Люди продают поинты. Так, далее, что мои рефералы здесь будет отображаться, реферальная программа 6 уровней. Так. Далее, промо-материалы. Так, журнал операций. У меня нет операций. Здесь вкладочка «Вывести деньги». Перевод денег с баланса на Payeer кошелек. Ваш Payeer кошелек и сохранить. Так, и партнерская ссылочка, друзья, у нас находится вот здесь. Здесь вот нажимаем копировать. И копируем ссылочку свою. Вот у меня осталось 19 поинтов. Как бы. Ну, в принципе, на этом все. Когда у вас будут партнеры свои, рефералы, вы в разы увеличите свой доход. Онлайн-бизнесе, друзья. Надо понимать, то, что мы работаем в онлайн-бизнесе, а онлайн-бизнес строится на приглашениях.
Это было, есть и так будет всегда. Вот. Поэтому нам нужны рефералы. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, друзья, пользуемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. До новых встреч.